Всем привет, с вами Умка. Сегодня мы вместе с вами будем играть в Hungry Shark World. В этом видео мы будем получать награду 20 тысяч. Да, 20 тысяч. И будем играть на какой-нибудь акуле. Сейчас выберем акулу и будем на ней играть. Ага, мне подарили 1500 монет. Вливаюсь. И давайте посмотрим, может, у меня на какую-нибудь акулу накопилось. Нет, к сожалению, нет. Поэтому мы будем сегодня с вами играть на пелагической большеротой акуле и накапливать с вами монетки. Да. Давайте поехали. Так, и давайте, наверное, может, какое-нибудь задание сегодня повыполняем. Да, у меня есть задание 2 миллиона очков всего и проглотить рыбу 5000 штук за одну золотую лихорадку 1500 монет. Ну, скорее всего, мы сегодня вместе с вами сделаем только два задания. Это 5000 рыб и, наверное, 2 миллиона очков. Давайте выберем, наверное, тропический мир. Туда и пойдем. А, у меня есть бонусы. Мега-лихорадка. Ух ты, ух ты. Все, все, сейчас мы быстренько накопим наши монетки. Постараемся, во всяком случае, накопить очень быстренько монетки. Но я не успеваю. Да, к сожалению, не успеваю. Но я попробую в следующий раз. Все-таки. Ай! Ну, кусается. Зараза. Золотая лихорадка. Блин, ну рыб немного, чтобы золотую лихорадку можно было выполнить это задание. Я выполнила половину заданий. 5000 рыб проглотила. Вообще, мне больше нравится пелагическая большеротая акула из всех вот этих акул, за которых я играла. Она такая, ну, средненькая. Она много чего может проглотить, мало что не может проглотить. Ну, прям хорошенькая акулка. Вот, и у нас скоро будет доступна мега лихорадка. Мне кто-то кусается, господи. Ай. Ну, конечно, хотелось бы посильнее. XL, XXL, вот это вот, ну, все серьезное, такие акулы, хотелось бы посерьезней. Ну, большеротая мне нравится, честно сказать. Золотая лихорадка, юху. Она не помещается нигде. Давай, 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 давай. Давай, давай. Прокладывай, прокладывай. Я выполнила интересный квест. Не, ну монет за лихорадку можно, конечно, много получить. Это, ну, прям серьезные события. Ну, я думаю, я уже свой бонус исчерпала. Вообще, какие у нас задания еще остались? Нам 2 миллиона очков надо получить. Вообще, хотелось бы. XL нам нужна. Ой, она меня сейчас убьет. Ой, я сейчас умру. Ой. Эко, почему меня аж туда кинуло? Кто мне скажет? Меня откинуло? Ух ты. Ой, она меня сейчас хлопнет. Давай, пролезай. Батискаф. Ну все, это мой конец. Ну ладно. Спасать себя не буду, меня все устраивает.
Так. Мы на открыли пи мы накопили 51 000, а новая акула стоит 65 000. Ну, давайте еще раз за пелагическую акулу поиграем. Вообще не могу понять, что у меня за бонусы. У меня бонус мега-лихорадки. Угу. И бонус золота. Угу. Все, тогда все, я поняла. Давайте дальше. У меня есть еще мега-лихорадка и еще есть бонус золота. Сразу мега. Стоило мне только возродиться, но я прям рада. Ну, естественно, за сегодня большеротые акулы 2. Опа. Опа-опа. О, 2 миллиона очков я заработала, ребята. Все, я одно задание уже выполнила. Прям это хорошо, то, что я смогла его выполнить. Я прям рада. Ну, еще немножко поиграем, я думаю. Хватит. Так, у нас... А, что? А, ну 65% всего. Интересно, а медузы засчитываются или только рыба? Ай, что меня кусает? Ладно. Давай, 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 давай. Опа, все. Опа, опа, опа. Какая я молодец. А, тут уже грязный район. Да, я поняла все. Все ясно. Так. Золотая лихорадочка. Не, ну больше 500 монет я в золотой лихорадке накопить не могу. Убейте меня и все. Все. Больше я ничего не могу накопить. Вот этот бы друг дал мне много монет. А, я одного все-таки сожрал. Маленьких я жрать могу, больших не могу. Ну, нормально, что. Так. А эти мелочи 73% всего. Мало, надо много. В шарах вот этих вот, в куполах, я ем часто рыб, потому что они там застревают и как бы не хотели. Давай, 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 успела. Не, ну тут серьезно, прям серьезные ребята. Их как бы мне. О, большой папочка. Ой-ой-ой. А, ну. Бульбуля, надо вот этого вот слопать. Вот этих тоже надо слопать. Не знаю, как эти рыбы называются, если честно. Даю им свои названия нормально. Вот этот папочка меня может хлопнуть. Да, ну, мне конец, наверное. А, нет. Жить буду. Я себя уже похоронила. У нас тут, а у нас тут рыбок много. Давай, 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 давай. Лезь, лезь, лезь. Пролезай, пролезай.
О, я вылезла. Меня Хотя на мегу я накопила. Так, сколько у нас монет? 59 тысяч. Давайте накопим уже на эту большую, на эту акулу новую. А в следующем видео я, ну, буду уже снимать за новую акулу. Будем ее прокачивать. Ну, в общем, как всегда. Мега лихорадка нам попалась. Отлично. Быстренько монетки, 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 монетки. Давай, 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 давай. Ох ты, первый раз у меня кристалл с такой, с этой штуки падает. Ай, ну я уже не успела, к сожалению. Е, 1500, я уже накопила за одну лихорадку. Да ладно. Круто. Так, ну мне теперь осталось, ребята, только 5000 рыб проглотить, и будет нормально. Ого. 900 монет. Отлично. Опа, 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 опа. Ух ты. Я могу их проглотить. А, или я только в золотой лихорадке их могу глотать. Я не могу понять, я могу их глотать или нет, этих китов. Меня что-то грызет. Потихоньку, потихоньку. Крабиков. Так, 84%, ребята. 84%. Еще один кристалл. Ого. Фига себе. Мне первый раз только вот выпадает такая фигня. Ай! Блин. Не, ну я не согласна так умирать. Позорно причем умирать. Мега лихорадка мне причем при возрождении далась. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ребята, смотрите. Золотая лихорадка. 13 тысяч я накопила. Ребят, я походу накопила на ту акулу. Жалко, что задание за большеротую не выполнила. Ну ничего, может еще поплаваем, может выполним. Опа. Вот где раздолье для мега лихорадки. Ой, а может я все-таки смогу? Нет. Накопить на мегу. Да, я смогла, ребят. Поедаем. Потому что от вот этих вот бомб тоже монеты дают. Двадцать одна тысяча, ребят, 21 тысяча. Давайте пролезем тут. Тут пролезем. Я пролезла. Ой. Поедаем, поедаем, поедаем. И мы где-то вылезли. Даже не знаю где. Так, чтоб на батискаф не нарваться. Вниз, вниз, вниз. Давай вниз. Е, я выполнила это задание, ребята. Я выполнила это задание. Мне еще 2 сундука осталось открыть. Интересно, а где они, интересно? Вот бы карту получить и открыть сундуки. Прям все, чтобы каждый день. Много открывать. Ух ты, прям раздор. Много-много монет. 26. Ребят, тысяч. 62 тысячи мне хватает, наверное. Или нет? Я вот не помню. Блин, я забыла, мне хватает или нет.
Ой, для Меги какой раздор. Ну ладно. Полопаем тут уже все. Ну ладно. Не, Мега лихорадка мне там теперь уже долго не будет светить. Меня уже сейчас и добьют, и все дела. Меня уже сейчас жалеть никто не будет. Эх. Ай, ну все, ГГ. 27 тысяч, 345 тысяч. А, нет, это за игру. Все, я поняла. Все. Итак, ребят, у нас 65 тысяч стоит гигантская акула молот. 75 тысяч стоит тигровая акула. И драга, но это надо открывать акулу молота и гигантскую тигровую. Давайте откроем гигантскую акулу молот. Купить. Еее! Все, она у меня получена, ребята. Это XL. Акула XL. Задание у нее 400 тысяч очков за один заплыв. Благодать синие медузы 750 штук. И монет 10 тысяч. Ну, это легко. За исключением вот 400 тысяч. Не знаю, смогу, не смогу. В общем, будем выполнять задание. В общем, будем играть за нее. Ну что ж, друзья, буду заканчивать на этом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка. И всем-всем-всем до скорой встречи.